Помимо работы водовозов в районах города, оставшихся без живительной влаги, дополнительно будут установлены 10 бочек с водой по 2,3 кубических метра. Завоз будет постоянным по мере пустошения бака. Вода для жителей бесплатная, уточнил представитель администрации Листы. Отмечу, что вода является технической и непригодной для употребления. Емкости объемом 3 кубических метра установят по улице Скрипкина, Лаганская, Чернышевского, Кирбазарная, Аршанская. Резервуары на 2 кубических метра появятся на улицах Шапшуковой, Скрипкина, в переулке Родниковой, а также в поселке Аршан по улице Гагарина. Самостоятельно люди могут подойти и набрать воду, если у них до сих пор вода не появилась. Кроме этого, также будут продолжать работать водовозы по подвозу воды по улицам города, там, где нет. Ну, в настоящее время работы проводятся по восстановлению нормального водоснабжения и Листы. Водоканал работает в круглосуточном режиме. Уже некоторые районы воду подали. Сейчас в ближайшее время также рассматривают следующие улицы. Пока воды везде нету, поэтому их расставили. Но это не значит, что мы не занимаемся водоснабжением. Работы продолжаются. Надеюсь, в ближайшее время все войдет в норму.